Вот это у нас вот это понравилось. Да. Это типа, наверное, самый попсовый здесь. Потому что он самый большой, самый красивый, в самом центральном месте. Просто мозаика такая красивенная. Гуляем по Лас Америка Смайл. Вот. Купили крутые футболочки, вливаясь, вот Поле показывает. Тут детская площадка, дети ревут. Все по классике. Все, мне кажется, стоит... А, нет, там продолжение и Лас Америка Смайл. Туда пойдем? Да. Тогда надо здесь перейти дорогу. Там и туда дальше пойдем. Красивые такие сооружения, здания, отели. Просто мне очень сильно нравится здесь гулять. Красивое место. Пальмы кругом. Лайк. Поль, ты куда идешь? Коля просто ходит прямо, она как бы не ходит куда-то или зачем-то, она идет прямо. Ой, это все, конец. Девчонки болтают. Зачем мы сюда идем? Нам... Мы к морю пойдем? Мы идем по магазинчикам, там есть аптека, я хочу что-то купить с Верой. С Верой? И с Алоей? Алло, Вера! Алло, это Вера? Супермаркет называется 4. Отличное название. Самая лучшая цифра в принципе. Красивый отель такой. Amazing style. А я вот хочу, наверное, в Amazing style зайти. Палево, наверное, все продается. Но я все равно зайду. Полечка выбирает. Алла. Алоэ. Вера. Косметик. Мы в Hard Rock Cafe кушаем. Никто сегодня не выступает, поэтому пришли пообедать. Ничего необычного, кроме дорогой еды. И прям хочется поиграть на барабанах. Новый спот. Новый день, новый фотоспот. Мирадор, Плая де Лас Терезитас. Под нами пляж Лас Терезитас, а Мирадор это смотровая площадка. Мы на ней сейчас находимся. И, блин, ну по фоткам не казалось, что так высоко. А реально, блин, кажется, что мы очень-очень высоко. Там разноцветные домики такие красивые группки стоят. Мы ехали мимо доков. Тут вот такие вот большие грузы выходят. И отсюда, кажется, видно аудиторию де Санта-Крус. Да, правда, это она. Здесь очень много людей. Проход разрешен. Поход запрещен, и вы проходите только под эксклюзивную ответственность, написано на русском языке. Отлично. Как тебе эксклюзивная ответственность? Эксклюзивная ответственность, хорошо. Аня! Аня, держи свой. Аня! Я хочу маленько поснимать еще минутку. Здесь такой вот, как бы, со стороны Африки фронт надвигается непонятный. Какой-то висит дымка из облаков и... Не знаю ничего. Влаги, может быть. С той стороны все затянуто
каким-то дымком, как будто бы там Англия через 100 метров. Чё, за что пятерку, Паши? Какашки нашел. Пашенька, молодец. Я увидел какаша. Очень давай, хорошо. Нет. Ну что, хочешь искупнуться на этом пляже? Я слушаюсь тебя, да? Конечно, хочу. Там два. Значит, пойдем искупнемся. Да, похоже, что на круглый фронт такой, да, идет как бы. Какие-то строения расписаны неизвестного происхождения. Запах такой, как будто с виллы не уезжали. Запах такой, как будто с виллы не уезжали. Я хотел пойти добавить этому запаху, Оля говорит, не вздумай здесь пичить, я его хочу. Размоет скалу, конечно, не надо, провалимся. А меня одну я. Я здесь поставил на это самое, на таймлапс. Вода такая двигается. А подержи, этих Сашка. Не едут? Не. А? Я сейчас сделаюсь. Здесь очень-очень. А вот там на диске пляж черный. О, вон тот отель я смотрел, вырубленный в скале белый. Какие скалы тут. Санта-Крус до Тенерифе, вышли на площади Испании из паркинга. Площадь Испании — это большое искусственное водоемище. Площадь Испании. Цветочки. Деревья. Ярослава Юрьевича. Ла Пьяцца. Название кафешки в честь площади. Пьяцца — это площадь. На севере острова уже по-другому, больше зелени, выше дома, выше деревья. Громче тусовки. Пойдем туда? Сейчас посмотрим, там какие-то песнопения. Мы пытались дойти до Бургер Кинга, потому что там можно быстро покушать. Не так дорого, как в торговом центре, где мы отоваривались. We'll be right back.
держали прокаженных Абадес. Смотри, там чуваки с автоматами ходят. Может быть, у них здесь страйкбол? Вообще зачетно смотрится, как будто в Ираке в таком. Нельзя ездить. Почему нельзя-то? Чуваки в страйкбол играют. Ну пусть играют. Ну там сколько машин стоит. Дядя, с автоматом? Локация, конечно, мощная такая. Домик незаброшенный, по всей видимости. Разруха полная. Интересно, сколько он уже мертвый, этот город. Где госпиталь-то обещанный? Ничего себе тут народу на туре ходит. Страйкболистов, велосипедистов. А мы из машины выходить боялись, что проказы заразимся. Дядя! Вон, слышно, ну, конечно. Локация такая, для ночного дозора какого-нибудь. Чуваки фоткаются. А, что дорога-то есть? Да, дорога вроде есть. Мам-мам. Что, едут? Там вон опять страйкболисты. Так, мы хотим к той церкви подъехать. Думаю, задний ход немножечко. Пауза времени.
Я ищу. Черный. Нет, не надо рисовать ни на себе, ни на чем, кроме бумаги. Катя меня рисует. Потом ножки. Папа! Катя. Что? Да-да. Ай-яй-яй. Полиция! Надо вежливо. Мой братик маленький. Видишь, какой маленький? Он такой милый. Не трогай его. Он такой миленький. Братик. Да? Видишь? Да. Не давай ей рисовать на себе. Я ей дам на руке порисовать. Не надо рисовать. Катя! Ай-яй-яй. Я думаю, как, что мне... Нет. Катя! Ай-яй-яй. На. Нельзя рисовать фломастерами. Только можно... Только на бумаге можно рисовать. Катя, нельзя. Я что-то думаю. Я это думаю. Нет, это моя Катина. Вот, рисуй на бумажке. Молодец. Вот, Саш, посмотри. Очень хорошо. Я вам. Это себе. А я что-то вам. Кать, давай нарисуем что-то красивее. Первую. Три морских кабана.
каблуков. Три морских каблуков. Мы рисуем на бумаге. Молодцы. Я сделала улитку. Это что такое? А? У Кати каляки-маляки. А кто их на спине нарисовал, каляки-маляки? Это не я. А кто? Я не знаю. Это Катя себе сама. Паша, обманывай. Ну, наверное, прятала фломастера за спиной. Подхожу к серфингу. Последний день. Это на риф. Выезжаем сегодня в 7 часов. Кабаре Найт Клаб. Яблочки тут есть. Идем к офису Тенерифе Серф Пойнт. Значит, откуда-то отдышка. Блин, солнце звучит. 11 утра. 10:30 без 15. Хоть уже намазывайся кремом. Привет. А вот это на рифе Surf Point. Всем доброе утро. Доброе утро. Привет. Привет, привет. На память маленько снимаю. Машите ручки. Я правильно место знаю. Пойдем, пожалуйста. Футболочки нравятся. Привет. Все, наверное.